туда, здесь заборы. Вид некрасивый. Вон туда, вон туда, вон туда иди. Пойдем. Вон туда, вон. Стройки прошли. Что-то тут строится у них на территории. Это Знаменский монастырь. Считай, что там написано. А, я без очков. Не благословляются у нас снимать, братья. У нас не благословляется съемка. Приехала к нам, на 20-летие справляли, как мы здесь, вчера. Да, здесь день благодарения был. Ровно 20 лет назад первая литургия была. Вот предположительно, да? Ну да. И вот она приехала, она еще из Казахстана, чтобы успеть посмотреть тут все. Хорошо. Решили все храмы сегодня объехать. Ну, правильно. Спасибо. Thank you.
ничего не знают. Ни Библию ничего знают, только одно. Можно я съеду? Вот это боялись. А где она туда? Здесь, по-моему. Прямо купает ее. А я сказала, я говорю, за меня держись, мне говори. Хорошо. Так, что тебе нужно? Полная Библия. Вот сейчас посмотрим. Смотри, как узнавать надо. По благословению патриарха проверять уже не надо. Это она и есть. Нет, цену я ищу. Так, подожди. Ну, надо узнать. За ценой не постоим. В русском с параллельными. Библейское общество издало. Им это разрешили. Дальше смотри. Мы сейчас перекидываем. Тавита. Все. Это уже настоящий. Узнавай, сынок. Подходи. Так, сколько это делаем? Да. Я читала вашу книжку. 560. А? 560? 550. Все, плати. 560. Ну, слава Божию. Тебе не заказывал, но кто купить для ваших? А то еще купи одну. Ты же вы книжку написали? А? Книжку вы написали? А дешевле есть еще? А что написал? Разве одна? 38 книг. А, ну вот я читала. У вас дешевле еще есть? Сейчас их в интернете у нас выставляю. Девушка, я подождите, вас... не упаковывайте. Посмотрите, дешевле. Дешевле. У вас интернет есть выход? Ну, дома есть. Я вам сейчас дам наши визитки, и там вы все найдете. Вот бери зеленый, зеленый возьмите. Нет, зеленый. Закон Божий. Нет, это не закон Божий. Вот зеленый ты взяла только что, это Библия. Это еще дороже. Дороже даже. Это возьми, возьми. Не, не надо. Нет, мне дают деньги. А? Это не мои деньги, это мне дают. А как ты могла это сразу узнать? Ну, да. Узнала. Я думал, что может как-то была маленькая в лагере у меня. Нет. Ну, смотри. Ну, так, подожди. Это дороже? Нет, как? 560. 440. Ну, у тебя есть память будет где-то. Ну, я тебе там книжек дам бесплатно. Загрузим тебя. Из Казахстана. Была у свидетеля Иеговы, обратилась в православие, приняла крещение. В семье своей. 440. Господь труды показывает, православие как поднимает. Благословите. А я не священник. А вы не священник? У меня брат протоиерей. А, ну вот. А мы сейчас Филарета видели, там были. Он чтец. А, чтец. Филарет такой. Кто там? Туда. Ты от меня не на шаг. Это забитое. А я сказала, хотя... Нет, а она вот туда вот не видела. Да что? Это же милости не дает. Сегодня у нас 18 декабря 2017 года. Это мы находимся в Покровский собор. Вот он, с Рождеством Христовым. Вот. А здесь вот Игнатьевич решили сфотографироваться. Вот сестра нас привезла на своей машине. Сегодня на это. Решили сфотографироваться. Это на улице Никитина.
Вот мы подъехали к епархии. Вот оно. Все их здание. Когда мы выходим на... Главное это не сзади мешать, Никита. Чтобы алтарь был, я повернулся, а ты стоишь. Ты сразу с той стороны сливаешь. Я хочу сказать, что дохода туда нету. Это надо там, поэтому мы туда не пойдем. Ну ладно. Тут митрополит, мы могли бы, конечно, попросить. Можем попробовать. А что, если это сделать? Татьяна, а что, если попытаться нам туда пройти втроем четвером? Остановиться у входа. Давайте попробуем. Сделали там заход. Территория епархии. Вот он. Стоит памятник Сергию Радонежскому. Вот он. Ну, вот сейчас Игнатий решил, может, увидеть митрополита Русская православная церковь, храм Иверской иконы Божьей Матери. Скажите, как вам проще пройти к митрополиту? Через второй этаж. Здесь? Да. Нет, а где вот там? А вот там, где вы заходили? Покажите, где. Куда? Куда подойти? Куда вы пошли? Куда пошли? Владыки, скажите. Ко мне подойдите, я же вам сказала. Ну, вы представьтесь. Ладно, не хотите, хорошо. Это со мной люди. Хорошо. Лапкин? Да, Лапкин Игнатий Тихонович. Игнатий? Если владыка может, прям немедленно просто попросите принять, потому что у нас человек с задней стороны, он уезжает. Хорошо. Могу просить благословения? С Казахстана, скажите, ехали. Я не один, скажите. Владыка совершенно необычный. Тогда было там на проходной, не пройдешь. А этот любое время приди. Он к нам приезжает, когда у него улыбка с лица не сходит. Он очень простой. Вы, наверное, с Потеряевки, да? Да, с Потеряевки. А вы знаете, да, нас? Да. Видеоролики смотрели? А? Видеоролики смотрели? Да. Угу. Знает нас. А? Нас знает. Вы знаете? А у вас интернет дома есть? Есть. Да, есть, да, я себе телефон. Я вам тогда дам нашу визитку. Там очень много вы найдете. Как владыка к нам приезжает. Все. У нас 8800 роликов только снято. Это огромный-огромный
ресурс. Там книги, все есть. Занятия в университете, детский лагерь, как деревню восстанавливаем с нуля. Я смотрел, интересно. У меня брат портфель. И вот это два раза будем привязать. Спасибо. Здравствуйте. Да, здравствуйте, батюшка. Нам бы воды. Я вас срочно. Скажите, проведите, приехали гости, нужно благословить, и мы сразу уходим. Он там. Да. Я не знаю, сейчас он вышел. А, нету его? Нет в кабинете. Так вы ему сказали. Ну, он вышел. Сейчас зайдет. А свидетель любого обратилась, где семья к нему пришли. Надо благословить, и по другим храмам занести. Надо. Не на шаг, я кстати, никуда. Вот у нас свидетели Иеговы. И через интернет наткнулась на наши ресурсы, и все семьей приняли крещение. Через этажи у нас были крещения принимали. Боже, только интернет теперь. Выхода-то нет. Раньше письма писали. А уж дальше Господь поведет сам. У нас, видите, очень богато все. Куда не посмотришь. Вот сейчас пошли, мы там где были, знали, вот сразу Библию полную. У них даже нет в Казахстане. Патриарша, а 66 книг это передают. Нет, ну, есть в храмах тоже, есть. Переводы. Я захотела. Ну, пожелала взять. И сына вполне сходная. 150 какой-то. У меня самая ходовая, это мы выпустили трехтомник толкования Нового Завета вместе с Откровением. Откровение это по всем святым отцам Геннадием Фастом составленное. Лучше этого не найти уже. Он одновременно опровергает все современные секты. Он сам оттуда знает. У меня отдельная книга была, это трехтомники. Я там 297 комментариев даю, увеличиваю, где говорит он о проповеди, необходимости, благовестия. Ну, я там Кириллу Старинский, за того сыщется шире-шире. И какая беда, когда этого нету. Мертвых. Мы вчера отмечали 20-летие, как получили здесь дом, где молимся. Мы сейчас Филарета видели, там поговорили немножко. 20 лет. Нашего Филарета. А? Нашего Филарета. Да. Угу. И вот. 20-то лет, как один день пролетело. Вчера все день благодарения, что Бог нам дал и как было. Мы говорим, вот это время пребывания митрополита Сергия здесь, в наших взаимоотношениях, при золотое время. Ну, как было и... Вы имеете в виду день благодарения, потому что в Евангелии рассказывалось о 10 прокаженных, да, из которых один только вернулся. На этот день попало как раз. И как раз я бывал в лагере в Казахстане, и приехал человек, который у нас какой-то такой... Одно другое дополняет. Угу. Весь день такая радость была. Да, вчера тоже проповедовал о том, что действительно очень маленький процент из тех, которые облагодетельствованы Богом, благодарят вообще. Хотя самая главная молитва церковной Евхаристии – это благодарение. На ней вся жизнь и другие специфики. Главное третье. Есть три ступени. Первая говорит просительная, вторая – благодарение, третья – словословие, это ангельское. И вот мы теперь по ступеням карабкаемся к той. Вчера стали припоминать, как было, я все документы открыл. Когда я вернулся, 11 лет шел в суд, у меня же конфисковали фонотеку, мои законы. Счет общий был 11 миллиардов по государственным расценкам. Ну, те неденоминированные деньги. Но выделили 1/200 участника. 11 лет шел в суд. Никак. И, наконец, Москва, президент Верховного суда СССР, просто приказали делать. Ну, и тут пошло. Главное, Бавария помощь оказала, прокурор края. Краевой судья, то есть у меня все эти знакомые были, и
Дали два дома, Ползунова 6, 6А, 13 соток. Ну, там все переоборудовали, мэр два раза. Я видел видео, видели, вы да? показывали, говорили о том, что да. дали. Это чудо Божие, мы считаем, как с неба Бог дал. Нам много надо книги, представьте, вот вышло 38 томов. Угу. Я посчитал, это где-то около 40 тонн только литературы у меня своей. А куда? Здесь детский лагерь у меня 345 лет. И сколько надо там всего готовим продукты, склады, мы 5 складов построили. Это и центр, и рядом, сухо, я просил, чтобы земля была сухая, подвал большой на 12 человек сделали. Вот начнем смотреть, батюшка вчера сказал, сколько, 20 лет, да как вчера было. Вот это время не выскажешь даже. И все как-то одно с другим как-то сочленяется, и даже не думаешь, что интересно. Я в своей жизни ни разу не встретил человека по имени Игнатий, чтобы я обратился, Игнатий, ни разу. А чтобы Игнатий, да Тихонович, и вдруг мы бились за планетарий здесь, он называется, просили, чтобы отдали, он называется Крестовоздвиженск вообще и наше. Uh-huh. И там арестовали, Игнатий Тихонович Чучалин был. О, понимаете, вот одно к одному, это даже искусственно не создать, я это не знал даже. Крестник у меня Игнатий Дмитриевич. Она? Но не Тихонович. А это именно полностью сходится. Мы благодарили Бога, когда даже негде было. Мы собирались тут, у одного где-то коммерсанта подвали. Тут община наша была. Он подошел с экономом, он сейчас вернется. Как-то сказать бы ему. Сейчас вернется. Давайте я... Да. Скажите, Владыка, нам не больше ну, 3 минут хотя бы, 5. Благословите уйти. Ладно. На корочку. Патриархия, когда пишут. О чем-то. Я не беру, ну, вот так вот завернешь, он с двух сторон. Ты наши фотографии. У нас фотографии вообще очень сильные, профессиональные. Они на международных фотоконкурсах там премии берут. Волобуев, Каспришин. Каспришин, это Каспришин. Алтайская правда. Он от Путина получил, там, не от Путина от этого, а от Карвина. Как-то там так это, ну как, от искусства там что-то такое. Mm-hmm. Это второй человек на Алтайском крае. Mm-hmm. Они как-то фотографируют никак мы. Правильно сказал, нет? Да. Кажется.